Здорово, ребята! Ну что, было много вопросов от вас. Вообще, на какие снасти я ловлю на ультралайт? Да и всем понравился такой ультралайт без ручки, по сути он. Ну вот, сегодня как раз на видео расскажу, что за он. Это ультралайт от Crazy Fish Nano One, то есть тест у него идет 0,3, от 0,3 до 2,5 грамм. То есть он такой получается. Ну, тут еще просто, что смещена ручка, то есть это такая более дорогая версия. Самая дешевая, тут получается ручка стоит из EVO. Ну, такой... Ну, она тоже такая, смотрится, в принципе, солидно. А вторая, получается, средняя такая ценовая категория. Здесь ручка идет уже такая, как всем нравится, у джиги, получается, деревянная. Ну, можно так более под локоть брать, кому нравится. Ну, это здесь укороченная такая. Просто что катушка смещена, и сам бланк выходит чуть подлиннее. Ну, как-то остановился на этой модели. То есть, как бы, когда приобретал, еще думал, что еще может по мормышу. Как бы я попробовал помормышить, как бы на мормышке половить, но особо ничего такого не понравилось, как бы там. Конечно, сам каждый под себя выбирает бланк, какой ему нравится индивидуально. Ну, остановился почему-то я на этом, как бы для ультралайта. Мне он, в принципе, вообще прям шикарно заходит, там, на чебурашке покидать. То есть я обычно использую сейчас вот, ну, до чебурашек дойдем. Вот, ну, в общем, такой бланк. Лесочка у меня стоит, получается, плетеночка здесь стоит. Ловил на 0,3, получается 0,03 миллиметра. Ну, не понравилось, что прям очень рвется, любой маленький сучок. Буквально какой-то зацеп, там травинка, то есть это уже почти фатально, я бы сказал, для рыбки. Такое, то есть я оставил, ну, сейчас стоит 0,05. Ну, производитель не помню, ну, какие-то известных, уже давно приобретал. Катушка у меня стоит Окума, JAV-20, то есть она шла даже без шпули, без запасной. Ну, в принципе, мне это хватает шпули. То есть плетеночка намотана и все, то есть... Тут еще что прикольно, что в этом бланке стоит такая петелечка, прям можно повесить приманку и все, и не надо держать в руках никуда, особо не мешает. Вот, ну сам бланк, то есть тут тоже солидная вклейка у него, чтобы показать. Ну и нормально в проводку проводить, кто там любит мормышки, то есть больше задавать какой-нибудь темп, ну и самой там рыбкой как-то поиграться тоже, в принципе, хватает. За глаза, то есть такой бланк очень хороший. Вот. Дальше плетенки, получается, всегда мне ведет флюорокарбон. Ну, не знаю, самое оптимальное, мне кажется, использовать там, ну, 0,12, 0,16, как бы, ну, в край 0,18, но где-то, ну, вот 0,17 использую, получается, как бы, чтобы не часто так терять рыбки, получается. До этого там 0,12 все-таки использовал, и, да, зацепы, и все, рыбку теряешь. Ну, вот 0,17, получается, флюрик у меня где-то идет, ну, сантиметра где-то 40, получается. Вот, ну и сама рыбка, ну по рыбкам, не знаю, каждый индивидуально, чебурашка, да, сначала чебурашка еще. По чебурашечкам, получается, использую, вот, получается, такие латунные, как бы, ну, если ожидаю там, как бы, где-то незнакомом месте, где ловлю, как бы, много зацепов ожидается, то есть, подцепил там свинцовые, там, оторвать, как бы, не жалко, не так по карману бьет. То есть, ну, и говорят, что, вот, получается, они более звонкие. Ну, вот, получается, крючочек тоже с большим ушком. Ну, чтобы она, получается, на крючке была свободна, там гуляла, как бы, свободно болталась, как бы, была, естественно, более какая-то игра. Ну, а по рыбкам, как бы, блин, не знаю, то есть, сколько это уже ловлю на ультралайт. Я бы вообще не знаю, как бы, оставил только одни вот полярис, получается, вот такие вот ловлю, и танту. То есть, все, полярис и танта, вот две приманки, то есть, 1,5 дюйма, ну, в сам размерах. То есть, прям всегда, ну, безотказно действует. То есть, ну, не ловится на полярис, поменял и все. По сути, там тоже большой набор их. Как бы вот приманок такой закинул. Крючочки, грузики, получается, вот. Вот, а из приманок у меня, конечно, тоже там много чего там бывает. Тоже свое вожу, но постоянно получается вот как-то. То есть, да и такие есть всякие зеленые, и стрекозы, как бы, ну, вот, получается. Танта, вот, и полярис, как бы, вот, так, вот это полярис, чтобы кто знал. Ну, вот, там такая рыбка получается. Вот ее, получается, еще можно нацепить, если кверху жалом, получается, она будет как рыбка, типа, играть. А если поперек, то есть, ну, типа, вот как пявочка, как червяк. То есть, ну, кто как цепляет, как бы, ну, если это верить, конечно, каждый загоняется по-своему. Ну, крючочки и все. То есть, приманки. То есть, ну, да, по приманкам, конечно, вот прям две эти, прям стопроцентные рабочие, как бы никогда не подводят. По флюорокарбону вот такой, в принципе, флюрик использую, Тайтэч. Ну, в принципе, он неплохой. Вот. Вот такой выходит. Ну, вот, 0,161, да, вот, ну, 0,17, 0,16. Вот. То есть, ну, вытянуть какую-нибудь веточку, в принципе, можно. То есть, не оставляется. А если прям еще такой лайфхак, получается, берешь крючочки, которые не закаленные,
которые разгинаются. Вот, ну, на ультралайт ты особо, конечно, ты не будешь там таскать здоровенных там каких-нибудь чупакабр. Но если зацепиться, можно как-то вытянуть, разогнуть крючочек, и, в принципе, все окей будет. Ну вот, в принципе, такие снасти я использую, ребята, как бы. Ссылочку постараюсь все в описании, что какие использую, чтобы более конкретно вы могли изучить. То есть, ну, что сказать. Подписывайтесь, ребята, спасибо, что смотрите, ставьте лайки. И если можно, еще на Яндекс.Дзен тоже в описании оставлю ссылочку. Заходите, подписывайтесь, чтобы не потеряться, мало ли что. Спасибо, счастливо.